У меня один вопрос. Какого уя YouTube удаляет обзоры? Видеообзоры. Фильм уже был на обзоре, но почему-то я его не нашел у себя в плейлисте. Я делал на него обзор, но... Что с тобой не так, а? YouTube, что с тобой не так? Приходится перезаписывать и опять делать. Ну, пересматривать его я бы не стал. Красавчик со стажем. Год 2019, Франция, режиссер Оливье Барон. Это Франция, это же французский юмор. Как его не понять? Кат Мират, Аншери, Леопольд Мочи, сам Леопольд, пацаненок. Сборы в мире на 6000 долларов, сборы в России 318. Скудные цифры, Франция, комедия, ну вы понимаете, да? Премьера в России 11 июля 2019 от Вольга. Вольга! Премьер в мире 17 апреля 2019, цифровой релиз 3 сентября 2019, Вольга. Тоже Вольга, Франция. Франция, ну вы же понимаете этот французский юмор, да? Встречайте мужчину мечты. Он знает секреты, обольщения и во всю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Альфач, да? Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру. Нам показывают типичного... скудоумного альфача, да? Жигала. И он пытается научить пацаненка, лошпеда, да? Вот смотри, я был практически уже в твоем возрасте, у меня был успех среди тёлок, да? Чему фильм учит? Что нужно быть? То, что фильм показывает, что мужик неудачник. Он пользуется своим, типа, красотой, обольщением у дырок. Ну что это за банальный сюжет? И нам пытаются уж нас насмешить, что вот смотри. Будь таким, как я, пацан. Учись, учись обольщать девок. За их финансы, и, возможно, ты получишь... их вареник, их дырку, да? В будущем. Ну, когда вырастешь. Так говно получает 2 балла. Смеяться? Где? Ну-ка, где? В каких местах тут смеяться? Фильм абсолютно деградирует. Деградирует население, особенно молодых ребят. Нет, тут можно смеяться, не вопрос. Тут можно смеяться, но если ты под чем-то. Под алкоголем, да, под наркотиками. Возможно, да, можно, фильм умеет, может, могет, да, рассмешить. Оливье Барон несет нам деградацию мозга. Просто мозга. Да это ж так смешно, да, разводить баб на секс. Как смешно. При этом ты показываешь себя лошарой полным, да? Ах. Красавчик со стажем. Французская комедия, ну вы понимаете. Год 2019. Потерянный. Я бы так это назвал. Ставьте лайки, друзья, или дизлайки. Подписывайтесь на канал. И, конечно же... не советую смотреть эту французскую комедию. Welcome back.